В общем, друзья, есть кое-какие изменения. В общем, приехал я в первую мастерскую, и сразу мне сказали, что поменяю, но здесь живая очередь. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас влог. Сегодня мне надо много дел сделать. И беру вас с собой, друзья. Так что всем приятного просмотра, друзья. Ну а перед просмотром ролика хочу всем своим дорогим подписчикам, своим друзьям сказать огромное спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии хорошие, замечательные, за ваши лайки. Просто чисто от души говорю вам спасибо, друзья, за вашу поддержку. Ну а теперь погнали, смотрим ролик. Приехал я в общем магазин. У нас специальный магазин, где уцененка. Хочу сегодня помыть машину, и мне нужен шпрей. Как вы уже в предыдущих роликах все видели, как я машину мою, какими средствами. Так что сегодня мне кое-какие средства нужны для панели, для того. Сейчас поедем, зайдем в магазин, в общем, и все купим. А потом включимся дальше. К сожалению, коронавирус нас до сих пор еще не покидает. До сих пор у нас эти маски. До сих пор идет вся вот эта вот катавасия. То же самое со всем другим. К сожалению, конечно. Уже, потому что вот здесь эти маски сидят. Ну все, приехали в магазин. Сейчас купим все, что нам нужно. И уже включусь потом и скажу, куда мы едем дальше. В общем, друзья, есть кое-какие изменения. Того средства уже нету, к сожалению. Появилось какое-то новое средство. Это средство для панели. Я не знаю, сейчас будем пробовать. Купим, конечно. Ну и попробуем. Вот еще средство для колес, чтобы они блестели. Но нам оно не надо. Почему? Потому что объясню вам чуть-чуть позже. Ну все, в общем, покупаем и двигаемся дальше. Короче, друзья, взял я последний бутылек. Разобрали, короче, больше ничего нету. Ну и по уцененке взял новый коврик. Четыре коврика. И вот этот вот шпрей я, короче, заплатил 8 евро всего. Магазин очень хороший. Но, к сожалению, он один у нас в городе. Приходится далеко до него ехать. Ну, а теперь мы едем в салон или автомастерскую. И хочу я поменять резину. Вон у меня лежит новая резина. Демисезонка. И теперь хочу попробовать поехать просто и поменять. Так как я до этого не договаривался, ни с кем не созванивался. Не знаю, будет ли очередь, будет у них время. Короче, в общем, посмотрим. Теперь едем искать автомастерскую. Еще хочу ответить тем ребятам, которые мне пишут, почему у тебя такой акцент, почему ты так разговариваешь. Прочие оскорбления пишут. Посмотрите, ниже есть ролики, где я рассказываю о своей биографии. Но для тех, кому лень искать, или кто смотрел и не понял, я живу с 98 года в Германии. В России я закончил всего 4 класса. И, соответственно, уже больше 20 лет я живу в Германии. У меня выходят влоги из Германии. И работа в Германии, у меня все выходит.
Если бы вы чуть-чуть голову включили бы, вы бы уже поняли бы. А так, просто написать и ролик не посмотреть, и оскорбить, это каждый может. Так что я надеюсь на ваш вопрос или на ваш комментарий, я ответил. Все, смотрим ролик дальше, друзья. В общем, приехал я в первую мастерскую, и сразу мне сказали, что поменяю, но здесь живая очередь. То есть вот так вот подъезжаешь, стоишь, тебе меняют, все делают. Вообще отличная мастерская. Ну а потом уже поменяют, и я скажу уже вам, что почем и сколько это все стоило. Так что ждем своей очереди. Резину я купил среднего класса. За каждую резину, за каждую покрышку я заплатил 35 евро. Это получается у нас 140 евро за 4 колеса. Ну и сейчас еще посмотрим, сколько это будет скинуть и новые натянуть. Так что все узнаем в процессе. Не переключаемся, друзья. Короче, капец, друзья. Это катастрофа какая-то. Жду уже полтора часа. Короче, там ничего не продвигается. Две машины только за полтора часа. Я уже, если честно, устал ждать. Но теперь впереди еще две машины. Я не знаю, сколько еще придется ждать. Я надеюсь, еще полтора часа не будет это длиться. Так что, друзья, сидим, ждем. В общем, друзья, два часа ожидания, я переобулся. Теперь стоит новая резина. Вот такая вот резина новая. Сейчас я заехал в Макдональдс, возьму что-нибудь перекусить, перекушу, потом поедем уже на заправку и там помоем машину. Так что, друзья, не переключаемся. В общем, перекусил я немного, приехал на заправку, смотрю, дизель у нас дешевый, 99 центов, даже меньше евро. Решил сначала заправиться. Сейчас заправлюсь. Потом уже куплю себе карту на мойку. И сначала пропылесосю все, натеру и потом заеду в мойку. Вот наши цены, друзья. Дизель 99,9. Грех не заправиться. Забью полный, потому что не знаю, что завтра будет за цена. Может, опять подымется. Так что сейчас заправляемся, покупаем карту и едем пылесосить и мыть машину. Короче, все, я заправился на 20 евро, полбака у меня еще было. Ну и мойку я взял среднюю, получилось на 8 евро. Ну плюс пылесос там по 50 копеек это получается, может быть евро, может евро 50 уйдет еще на пылесос. Ну и обязательно я хочу еще проверить давление колеса, потому что мне кажется, что давление мало они сделали, колеса. То есть после мойки еще заедем, проверим давление. Ну а сейчас едем пылесосить. Приехал я на другую сторону, так как здесь пылесос сломан. Смотрите, какое варварство. Кто вырвал, зачем вырвал, непонятно. Кому-то просто делать нечего.
Так что начинаем пылесосить. Решил я перекурить, пропылесосил уже внутри все, сейчас немного еще панельку натеру туда-сюда и поедем уже в моечку. Пока закурил, вспомнил, друзья, что я вам не сказал, сколько мне это все обошлось переобуться. В общем, короче, получилось так, что 30 евро я заплатил, чтобы переобуть резину, и 10 евро я заплатил, чтобы они старую резину выкинули. В общем, обошлось мне это 40 евро. Как-то так, друзья. А мы курим спокойно, никуда не спешим. Слушаем музычку. Сейчас музычка выключена. Авторские права, YouTube. И все. И двигаемся в мойку. Так что не переключаемся, друзья. В общем, все, друзья, внутри чистота и порядок, снаружи мы помыли, высушили, переобули, так что машина к зиме готова. Вот, смотрите, друзья, эти коврики новые, которые мы с вами сегодня покупали. Чистота и порядок. За машиной нужно всегда ухаживать, чтобы она тебе хорошо служила. Сейчас мы проверим давление. У меня спереди должно быть 2,6, сзади 2,4. Сейчас посмотрим, сколько они не накачали. Так. Ставим 2. Короче, друзья, ничего мы не ставим. В этой ситуации опять кто-то сломал, то есть она не работает. Сейчас поедем в другую, посмотрим. Но мне кажется, давления мало, так что надо обязательно проверить. Друзья, в общем, как я и говорил, как я и думал, там мало было давления. То есть у меня впереди 2,6, сзади 2,4, а у меня было везде 2,0. Значит, давления мало было. В общем, все подкачал, все нормально. Так что сегодня вы прокатились со мной. На этом я закончу свой влог, так как происходить больше ничего не будет. Все дела я уже сделал. Вы присутствовали со мной. Надеюсь, вам это понравилось. Так что, друзья, надолго прощаться не будем. Ставим лайки, дизлайки. Как вам угодно, как вы оцениваете это видео. Пишем комментарии. Те, кто не подписаны на канал, подписывайся обязательно на канал. Впереди много интересного. Да и предыдущие ролики у меня тоже много интересного. Так что, друзья, всем до скорой встречи. Пока!